Ты хочешь увидеть реальный пример успешного нишевого канала. И как один из моих учеников смог дойти до того, что запустил 3 разных канала и начал получать доход с YouTube. Хорошо, в этом видео давайте отложим теорию в сторону, поскольку я покажу вам реальный канал, делающийся этим, и поделюсь с вами вдохновляющей историей одного из моих учеников, Рика. Теперь Рик смог масштабироваться до запуска 3 разных каналов YouTube, несмотря на все, что сейчас происходит в мире. Итак, в последних 4 видео этой серии мы многое рассмотрели. Я показал вам, ребята, весь свой план, как начать зарабатывать деньги на YouTube с помощью нишевых каналов, где вам даже не нужно показывать свое лицо. И я покажу тебе весь свой план. И если ты еще не видел эти первые 4 видео, обязательно иди и посмотри эти видео первого, прежде чем смотреть это видео. И то, что я показал до сих пор в этой серии видео, намного более актуально. И это намного ценнее, чем то, что ты найдешь на многих платных курсах. С учетом сказанного в этом видео, я расскажу тебе о реальном примере канала, который делает это в нише, которая, я думаю, действительно отличная ниша. И причина, по которой я делюсь с тобой этим каналом, заключается в том, что я действительно думаю, что это отличный пример нишевого канала, который отлично справляется с работой. Значит, сам канал называется Мистер Роскошь, и это канал в роскошной финансовой нише. И это канал, который вырос на тонну только за последний год. На самом деле, они только начали загружать видео в прошлом году, и они смогли вырасти до более чем 300 нулевых подписчиков. А если мы посмотрим на статистику социальных сетей, как ты можешь видеть, они получают 4 миллиона просмотров в месяц на своем канале. Они могли бы зарабатывать до 17 тысяч долларов в месяц только за счет доходов от рекламы. Теперь, что действительно удивительно в сниче, так это то, что мы действительно можем монетизировать этот снич несколькими способами. Сегодня я расскажу об этом видео. Но взглянув на это, я бы на самом деле оценил, что то, что они зарабатывают от доходов от рекламы, находится на верхнем уровне этих 2 цифр. Я бы оценил, что они могли бы зарабатывать от 15 до 18 тысяч долларов в месяц только за счет доходов от рекламы. И причина этого в том, что я бы классифицировал финансовую нишу класса люкс как нишу с высоким КПМ. Это значит, что ты заработаешь больше денег за просмотр в этой нише, если твой канал будет монетизирован по сравнению со многими другими нишами. И причина, по которой я это знаю, заключается в том, что мой личный канал бренда «Зарабатывай деньги, Мэтт» находится в финансовой нише «Зарабатывай деньги онлайн» и просматривает аналитику для этого канала прямо здесь. Как ты можешь видеть, этот канал получает 400 нулевых просмотров в месяц и зарабатывает более 4800 долларов в месяц за последние 28 дней только за счет доходов от рекламы. Теперь, чтобы дать вам, ребята, некоторый контекст на других каналах, которые я запускаю, которые находятся в общей вирусной нише, в десятке лучших вирусных видео и просто охватывают широкий спектр тем, которые на самом деле не уточняются, как в технических видео или видео с животными или что-то в этом роде. Потому что ты заработал бы значительно больше денег, если бы действительно занял нишу в одной нише, особенно в нише с высоким уровнем КПМ. Однако, с некоторыми из моих других каналов, которые просто относятся к широкой десятке лучших видео, которые я на самом деле не рекомендую. Но у меня действительно есть несколько успешных каналов в этих нишах. И эти каналы зарабатывают всего около 1000 долларов за миллион просмотров на этих каналах. Теперь сравни это с этим каналом, который зарабатывает около 1000 долларов всего за 100 тысяч просмотров на этом канале. Теперь причина, по которой это так удивительно, заключается в том, что вы можете получать в 10 раз меньше просмотров на своих видео, но при этом зарабатывать столько же денег на своем канале. Вот почему высокие ниши КПМ так велики. А теперь еще несколько замечательных ниш с высоким уровнем КПМ — это ниши техники и здравоохранения. И подумай об этом. Есть гораздо больше рекламодателей, которые будут размещать рекламу в таких нишах, как это, в отличие от других ниш на YouTube. И это не значит, что ты не можешь заработать кучу денег в других нишах на YouTube. И это именно то, что я тоже сделал. У меня есть каналы в очень низких нишах КПМ. И у меня есть каналы в очень высоких нишах КПМ. Но на самом деле, с будущими нишевыми каналами, которые я начинаю, я действительно предпочитаю эти ниши с высоким уровнем КПМ из-за суммы денег, которую вы можете заработать не только за счет доходов от рекламы, но и за счет альтернативных источников монетизации, о которых я расскажу немного позже в этом видео. Но прежде всего, давай вернемся и посмотрим на этот канал, Мистер Роскошь. Так что если мы перейдем к видео для этого канала и отсортируем их видео по самым старым видео. Как ты видишь, их самое старое видео было загружено год назад. Значит, они только начали загружать в прошлом году на своем канале.
И причина, по которой это удивительно, заключается в том, что у них потенциально может быть бизнес от 15 до 20 тысяч долларов в месяц только за счет доходов от рекламы всего за один год. Я не веду, подумай, существует не так много бизнес-моделей, которые можно так быстро масштабировать, чтобы так быстро заработать столько денег. Так что ты можешь спросить в этот момент, ну какие видео на самом деле загружает этот канал. И если мы посмотрим некоторые из их видео прямо здесь, они просто снимают видео, как самый дорогой отель в мире. Невероятные дома самых богатых руководителей. Самые дорогие фильмы, когда-либо снятые. Самый дорогой район в мире. И давай на самом деле отсортируем их видео по их самым популярным загрузкам. И если мы это сделаем, как ты видишь, их самое популярное видео — это самый дорогой дом в мире. 7,5 миллионов просмотров всего за один год. И они снимают другие видео, такие как 10 самых дорогих частных самолетов в мире. И подумай о том, сколько различных компаний класса люкс зарабатывают деньги в интернете. Конечно, компании и сколько разных компаний в этом сниче хотят размещать рекламу на подобных видео. И ответ в том, что их намного больше по сравнению с другими нишами. Теперь, с другими нишами с низким уровнем КПМ, вы должны заменить низкие КПМ на безумное количество просмотров, что определенно возможно, особенно если ты будешь следовать техникам, которые я описываю. И если ты будешь следовать технике, которой я поделился в этой серии видео об истинном секрете взрыва на YouTube. И эти видео буквально просто кто-то делает закадровый голос поверх этих видео, показывая видео других людей. Так что тебе никогда не придется вставать перед камерой или что-то в этом роде в этом сниче. И многие из этих видеороликов, которые они на самом деле показывают, можно найти на совершенно бесплатных веб-сайтах, таких как pixel.com и pexels.com. И даже если ты используешь видео других людей, ты можешь сделать его преобразующим. И ты можешь сделать его справедливым, сделав его образовательным и следуя принципам справедливого использования. Теперь, как я тебе обещаю, я расскажу, как на самом деле можно монетизировать эти типы каналов, не тратя 4000 часов на просмотр, не получая 1000 подписчиков и даже не монетизируя свой канал. И вы можете сделать это с помощью партнерского маркетинга, то есть рекламы продуктов других людей, которые потенциально могут заинтересовать аудиторию этих каналов. В описаниях этих видео и в разделе комментариев к пин-коду. Теперь ты, возможно, спросишь, где я могу найти эти виды продуктов. Ну, ты можешь пойти в такие места, как Clickbank.com и DigitStore24.com, чтобы найти продукты других людей для продвижения на этих типах видео. Я имею в виду, подумай об этом, люди, которые смотрят такие видео. Если кто-то смотрит видео о самом дорогом доме в мире, они, вероятно, хотят узнать, как они могут начать зарабатывать в интернете. И в Clickbait и DigiStore24 есть множество различных программ, которые показывают вам, как именно вы можете это сделать. И ты можешь продать эти программы за $1000. И ты можешь получить половину этого за каждую свою продажу. И сама моя программа «Мастерство» и монетизация труб находится в DigiStore24, которую вы можете продвигать на подобных видео и зарабатывать значительно больше денег, чем просто за счет доходов от рекламы. И тебе не нужно продвигать мой продукт. На цифрах 24 и Clickbank есть масса других продуктов, которые вы можете продвигать, чтобы начать зарабатывать деньги на YouTube, даже не монетизируясь с помощью таких каналов, как этот. Так что это просто еще одно дополнительное преимущество каналов и ниш, подобных этому. И в других нишах ты мог бы это сделать. И если вы делаете что-то вроде технического канала, рассматривающего различные технические продукты, вы можете зарегистрироваться в партнерской программе Amazon, а затем продвигать ссылки Amazon на все различные продукты Amazon, которые вы показываете в своем видео. И если ты ведешь канал для животных, снимающий видео, такие как 10 лучших видео с собаками, ты можешь зайти в Clickbank. И в Clickbank есть масса различных продуктов животного происхождения, которые ты можешь рекламировать в своих видеороликах. Теперь, как я уже сказал, еще одна причина, по которой я хотел показать тебе этот канал в этой нише, заключается в том, что этот канал только начал загружать видео год назад. Я вижу так много людей на YouTube, которые говорят, что уже слишком поздно начинать загрузку на YouTube. И в то время, как все эти люди говорят, что есть люди, которые на самом деле идут и делают это и добиваются огромного успеха в этом. И я все время взрываю новые каналы с нуля. И я на самом деле недавно взорвал этот канал с нуля до 500 нулевых подписчиков за один год. И у меня не было бы таких результатов, если бы я слушал, как все люди говорят, что уже слишком поздно начинать на YouTube. Потому что, хотя эти люди говорят обо всех различных конкурентах на YouTube, они не учитывают, что аудитория на самом деле растет соответственно. Имея в виду зрителей YouTube, потенциальные зрители, которые будут смотреть ваши видео, также растут пропорционально количеству создателей на платформе. Так что YouTube растет. И YouTube — это то место, где нужно быть. Если ты хочешь начать делать это правильно,
то наверняка сможешь монетизировать свой контент непосредственно на YouTube. На YouTube буквально есть кнопка, с помощью которой вы можете включить монетизацию своего контента, а также монетизировать его с помощью других стратегий, таких как партнерский маркетинг и продажи цифровых продуктов. И есть так много разных, более эффективных методов монетизации, которыми я могу поделиться с тобой. А теперь, в качестве еще одного доказательства того, что это работает прямо сейчас, взгляните на все различные скриншоты, которые мелькают на вашем экране среди студентов в нашем частном сообществе, добившихся успеха с помощью этого метода. А вот отзыв, который недавно прислал мне один из моих студентов, Рик. Доброе утро, YouTube. Меня зовут Рик, и я здесь, чтобы сделать обзор курса от джентльмена по имени Мэтт Парр, у которого есть курс по созданию контента на YouTube под названием Two Mastery. Это программа, к которой я присоединился около 2 месяцев назад и которая имела огромный успех. Я работаю на своем 3-м канале. На данный момент у Мэтта есть по крайней мере 9 каналов, которые он создал. И красота программы. Это учит тебя, как это делать, не находясь за камерой. Самое смешное, что это мой первый раз, когда я лично нахожусь за камерой. Как это забавно? Забавно то, что сам курс учит вас, как зарабатывать деньги, не делая этого. Есть способ систематически создавать контент в определенных нишах и фактически зарабатывать деньги на YouTube. И для меня, особенно в сегодняшнее время, когда продолжается COVID-19, есть лучший способ развить больше навыков и научиться создавать другой источник дохода, в то время, когда многие гарантии занятости сейчас неопределенны. Курс Мэтта может научить вас шаг за шагом, как реализовать бесплатную тактику создания канала YouTube, который может быть монетизирован и в конечном итоге принесет вам хороший источник дохода, постоянный остаточный доход. Поэтому я не могу рекомендовать курс Мэтта для достаточного мастерства. Я даю ему 5 звезд. Проверь комментарий ниже. Я собираюсь сбросить ссылку, которую он поделился со мной для вебинара, который поможет объяснить это. И если у тебя есть время, которое, я думаю, у всех нас сейчас есть, я не могу рекомендовать этого достаточно. Просто чтобы взглянуть и посмотреть, что возможно с YouTube, а не смотреть на него как на просто смотровую площадку. Есть возможность для бизнеса, которая доступна для всех нас, и это определенно изменило мою жизнь к лучшему. Что касается создания для меня еще одного источника дохода, который я могу видеть. Долгий путь будет продолжать приносить доход месяц за месяцем, поэтому не могу рекомендовать его достаточно. Проверь комментарий ниже, перейди по ссылке, хотя бы посмотри тренировку. Это бесплатно, и я надеюсь, что вы, ребята, присоединитесь и воспользуетесь тем, что он может предложить. Я надеюсь, тебе понравился этот короткий клип с Риком. Теперь Рик следовал тем же самым шагам в том же самом проекте, который я изложил в своей программе «Мастерство» и «Монетизация труб», которая запускается через пару дней с кучей потрясающих бонусов. Представь, что ты можешь смотреть через мое плечо, как я показываю тебе, как ты можешь начать зарабатывать деньги на YouTube, не снимая видео, а затем в конечном итоге перейти на несколько разных каналов. Все это время я рядом с тобой, помогаю тебе, направляю тебя и наставляю на этом пути. Я хочу воспользоваться методом проб и ошибок и убедиться, что ты получишь результаты, и подумать о том, сколько времени и, возможно, денег ты сэкономишь, вместо того, чтобы пытаться понять, как все это сделать самостоятельно. И теперь, как ты можешь себе представить, для меня абсолютно невозможно работать со всеми. Так что, как бы мне не хотелось ответить на все вопросы по этому поводу, я буквально не могу этого сделать. Я бы годами отвечал на все вопросы по одному, и сейчас я могу принять только небольшое количество студентов, сохраняя при этом уровень поддержки, необходимый для того, чтобы помочь тебе добиться результатов. Поэтому, пожалуйста, пойми, что места будут предоставляться по принципу «первый пришел, первый подал». Это буквально моя флагманская программа, и я не удивлюсь, если места для программы вместе со всеми эпическими бонусами, которые ты получишь, будут распроданы всего за 30 минут. Так что держи глаза открытыми и прыгай на борт, если ты серьезно настроен сделать это правильно, когда откроется регистрация. Большое спасибо за просмотр этого видео. В следующем видео я дам тебе некоторые конкретные инструкции, которым ты можешь следовать, чтобы убедиться, что ты получишь место в программе. И я также собираюсь поделиться дополнительной информацией о 2 мастерствах и монетизации и о том, почему это отличается от любой другой программы на рынке. И одна из главных причин, по которой это отличается, заключается в том, что методы, описанные в мастерстве,
мастерстве и монетизации действительно работают. У нас есть студенты, которые получают кнопки воспроизведения с YouTube, получают десятки миллионов просмотров отдельных видео, используя тактику этой программы. И если ты хочешь увидеть больше отзывов довольных студентов, посмотри MatPar. Посмотри отзывы, чтобы увидеть все удивительные отзывы, которые мы получили от людей, прошедших программу. С учетом сказанного, большое спасибо за просмотр этого видео, и я увижу тебя в следующем видео. Теперь, если следующее видео уже вышло, ты можешь посмотреть его рядом со мной прямо здесь. Вот видео номер 6 из серии, показывающее тебе, как ты можешь получить место в программе, если ты действительно серьезно относишься к этому. Теперь, если видео не будет включено, его не будет прямо здесь. Но если это так, нажми на него, проверь. Большое спасибо, что присмотрел за всеми. Меня зовут Мэтт Харр, и я увижу тебя.